Сегодня в Муроме стартовала 7-я всероссийская акция «Библия-ночь». А началась она с «Библия-сумерек» – масштабных мероприятий для самых маленьких читателей. В одной из городских библиотек для семейного чтения побывала и наша съемочная группа. Не просто дружеская, скорее теплая семейная атмосфера. В центре внимания юные муромляне, которым уже сделана прививка любви к чтению. Именно они вместе с мамами и бабушками стали участниками сегодняшних интереснейших событий, презентации новых детских книг, театральной постановки, многочисленных мастер-классов. Ну а символом радушного приема стал русский самовар. Для маленьких наших читателей мы приготовили интерактивную часть нашего мероприятия «Украшаем самовар». У нас на ватмане схематичное изображение самовара, стола, чашек чайных. Нам нужно все это украсить. Заготовки вот из цветной бумаги уже приготовлены. Налицо связь поколений. Вот такими деревянными игрушками играли бабушки юных посетителей библиотеки. Здесь ребята знакомятся с миром народной игрушки. Из чего была игрушка сделана. Они строят здесь как раз города, собирают пазлы. Вот. То есть цель – провести такой ознакомительный мастер-класс по изготовлению игрушки. Библиотека как культурный центр семейного досуга. Для всех жителей микрорайона «Библия-ночь» открыла двери в неурочное время, максимально повысив градус творческой активности. И записано в эту библиотеку, читаем, книжки берем здесь и проводят мероприятия. Мы всегда участвуем в этом мероприятии, нам очень нравится. И хотим, чтобы наши внуки тоже читали, как и мы раньше. Сотрудники библиотеки проводят интересные, увлекательные мероприятия для наших детей. Спасибо им за это. «Библия-ночь». Мы каждый год ходим на это мероприятие. Здесь очень интересно, все подготовлено, все прекрасно. Интерактивная выставка «Читаем со вкусом», шахматный турнир от Гарри Поттера, открытие волшебной полки, книг для особых детей. Двухдневная программа всероссийской акции насыщена уникальными событиями. Вас ждут встречи с интересными людьми, мастер-классы, концертные программы. Мы поиграем с детишками, проведем квесты. Будет интересно для всех возрастов. Мы всех ждем в четырех библиотеках. В центральной библиотеке на площади Тысячи столетий города Мурома, в филиале номер 5 на улице Льва Толстого, на улице Кленовой в филиале номер 1 и на улице Куйбышева в детской библиотеке. 20 и 21 апреля «Библия-ночь» приглашает муромлян отправиться в свой увлекательный мир с 17 часов. Филиалы будут работать до последнего посетителя. Елена Петрова, Александр Симонов. Новости Муром.